девушку максимально, конечно. Не, прикольно, прикольно. Хоть пригорает, хоть жестко получаешь здесь пипериков, но, блин, мое почтение, тут засасывает в игру. Вот прям вот реально засасывает. Вот хочется что-то вынести, вынести, ничего не выносится, но хотя бы персонаж качается, я хз. Правда, не... Да поменяй оружие нахрен. Я не понимаю нихуя, в какой момент надо... Спасибо. Я по себе дал. Да, хорошо, что я щит успел поставить. Я как раз про щит говорил, что типа говорю, не понимаю, когда щит нужно прожимать, чтобы вовремя отмансить удар. Потому что когда ты нажимаешь, уже урон пролетел, в принципе, по тебе. Так, значит, мне надо кого-то лупануть, чтобы отхилиться. Ой, вот, о, лучника как раз лупану сейчас. Или он меня. Нет, я отхилился. А ну-ка, иди сюда. Не попади! Не надо. Не надо, братан. Хорош. Так, ну лукаря надо забирать. Ой, не надо, тут еще мобы. Хм. Да уйди ты, блин. Меня бесит вот этот кактус пучеглазый, который под ногами бегает, он пиздец мешается, ну серьезно. Так, же нами. Ну, хвоста вроде никакого нету. По крайней мере, пока что. У меня настолько мало хп, что на меня дунуть, я сдохну. Вон как раз лучники тебя, походу, там поджидают. О, зелье маны тебе надо? Нет, ты ж не маг. Не. А я выпью. Не знаю зачем. Хоть что-то. Я арбалет возьму синий. Арбалет? Ля какой. Слушай, ну мне кажется, он... О, чел, чел, чел. Чел мимо пробежал. Чел, чел, вот он. Минус. Одного забрал. Танта забрал одного. Хорош, сейчас иду к тебе. Надеюсь, что он реально один был? Нет, он не один, здесь двое. А самый прикол, что у него нихуя нормального нету вообще. Не убили. Кто? Ну там ассасин и маг. Вижу. Ух. Блин, и что делать? Они ж по-любому сейчас за мной, мне кажется, пойдут. А у меня здесь еще скелет засранец пришел ко мне. Но я никого не слышу пока что. А интересно, они вообще будут охотиться и ждать, либо побежали. Бля, они вполне вероятно камень, кстати, пойдут искать. Как вариант. Ну, потому что смыслом за мной одним бегать, теоретически. Ага, вон он. Да, он похилил себя. Ой-ой-ой. Ты, блядь. Люди. Да ладно, похер, чё. Да-да, нет-нет. В атаку! Зачисти отвагу! Зачистили отвагу. О, минус! Одного дал. Красавец. Тащись, тащи. Это жалкий... Хорош! Красавец. Вообще троечка минус. Мое почтение. Может, у него камень есть? Ротто наоборотто. Слушай, нихера себе, я первый раз. О, камень. Какой-то камень светится, не знаю, какой-то. Да. Если там нарисован этот. Синенький какой-то. Так я не пойму, где он в инвентаре. А, либо он на полу просто валяется, типа. Спич. Подожди, вот. Вот же рядом с ним. Или это что это? Может, нет, это арбалет светится. А,
А, блядь, свиньки. Блядь. Я думал, это камушек нашли. Ну. Это они, походу, с тебя этот забрали, по всему. Да? Да. Блин. Не, ну спичи, ну я пытался, как бы. Не, ну ты молодец, красава. Я, конечно, Скотта даже... Скотта стащил. Я, конечно, сам удивился, как так вышло. Ты можешь же, когда захочешь. Ага. Только если бы это было бы не случайно, так скажем. Это? Это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужны ваши мечи. Ага. Так и надо. Ну а чё, мне надо сваливать куда-то. Я привстал, но я, пожалуй, полежу немного. Да-да-да-да. Блин, это еще ништяк то, что я с первого челика эти подобрал бинты. Потому что если бы я бинты не юзанул бы, мне кажется, они бы меня уфуф мне сделали бы, как бы. До свидания. Зелья с собой брать надо, и бинты надо все брать. Вообще в идеале, они да. Такие дорогие, да. Потому что вот я говорю, в идеале меня сейчас засейвили именно бинты и зелья, которые с челика я подобрал, потому что я успел отхилиться. Вот это мое почтение. Блять. Жук. Хорош. Так, это, блядь, это не статуя. Это статуя, но не та. Да-да-да, к сожалению. Слушай, а на карте не подсвечиваются эти... До свидания. До свидания. До свидания, уважаемый. Компания Reflame, понятно. Блин, было бы ништяк, если бы выход подсвечивался. Можно было бы раз-раз сразу на выход. Блять, тут шоколадный глаз летает. Тут вообще... Не, лучше уж через тех мобов, чем через глаза. Лучше уж там пипериков выхватить. О, еще какая-то дверь. А, нет, там скелет. Не надо. Может и сидеть тут, пока зона сойдется, потом выход и появится. Ну, кстати, да, как вариант. Да, спасибо вам. Ох, не знаю, спичка. Сомневаюсь я, что это про меня, так скажем, тема. О, нифига еще бинты. А, это я еще с кого-то залутал бинты. Ух, хорош. Так, братан, у тебя какие-то задания висят, я видел. А ну иди сюда. Плюс один ебалей. И штаны поели кое-чего. Опа. Не-не, братан, ты там стой, я видел твой... О, смотри, Мария. Ожерелье висит, и здесь чел... Ой, бля, тут дохуя челов. Ой-ой-ой. Но там ожерелье какое-то было. Не-не-не-не, мобы. Но там, мобы? Но там ожерелье было какое-то заебенное, оно прям висит у статуи на руке. На руке, да. Ну, знаешь, жадность фраера загубила, так что да. У тебя... Да, точно. Поэтому... Ну, ты эти, гомлины, так что можешь подпиздить их. Да, двумя мечами просто не бежишь. Ну просто там лучник у них еще и как бы такое. Сомнительное сомнение у меня. Порталы стали появляться. Порталы стали появляться. С чего ты взял? Чат пишет. Где? А, вижу. Угу. Не, я просто, не знал, типа. Так ты сам не говорил, когда... Ну, это я видел, что их используют там, или они закрываются, или ломаются. А вот что появляется, этого я не видел. А из повара как вот, блядь, чилики еще есть. Ладно, похер. Или подождать пока еще зону. Подожди. Так хочется забрать этих гоблинов сраных есть. Попробуй. ХП у тебя полная. Хилки есть. А, это я только что отсюда пришел, где хантов отхреначил. Тебе в дырку надо. Я вижу. А что там? Ожерелье, кстати. У меня ни одного нет ожерелья. Похуй. Ну-ка, давай, выходи по одному, пацаны. Иди сюда. Давай, клюв. Иди сюда. Киси. Смотри, какой хитрожопый, он выходить не хочет на. Ага, арбалетчик там радостный, да? Вы чё, пацаны? Отходи.
У тебя есть зелье, кстати, шоковое. А, шоковое. И что она дает? Ну, кидаешь его. Я понял. Так, и что тут у нас? Ржавый амулет. Ебейший, классно. О, ну слушай. Все равно нормально что дает. Там прибавочку 4 и 2, типа. Что-то в этом есть. Итого. Аптечек до хера. Надо подхильнуться. И я думаю, что надо уже потихонечку продвигаться. Правильно? Да. Вторым кабанам. В подземельях, вообще в любых подземельях, гоблина та еще заноза в одном месте. Ну, блин, они ж, да, они в принципе такие коварные типы, в принципе. Маленькие, ушлые. Хитрожопые. Да, числом еще, если задавят, то вообще пиздец. Бля, там еще и босс. Стоп, а это я... А, не, стоп. Может быть здесь выход будет, где этот глаз? Сомневаюсь. Бля. Не стоит. Все понят. Нормально. Да, я просто сейчас боялся, что он меня нокнет нахрен. Бля, там тоже копейщик. Меня больше смущает, что там босс шарахается. Вот. А выходов я не вижу. Понимаешь, там выход был. Где? Прямо по коридору пойди. А, вон светится что-то? Да. Красное. Синий. Вот красный рядом, да. Если подождешь, может синий рядом появится. Вон чуваки уже уходят отсюда. Так что это аккуратно. Такое ощущение, что они прям на этом выходе сейчас были. Блять, зона. Не могут там и быть. Выход внизу вижу. Да. Бля, ну он на боссе, правда, пиздец. Блядь! Блин. И босс тут, ёб твою. Потихоньку, да, вот проходи, и пусть они сами с боссом разбираются. Кто-то ходит. Да он на мне, вот да, он. Это босс. Да босс, беги! Так он не бежит, в том-то и прикол, блядь. Бля, это подстава, пиздец. Ой! И сам прикол, что с боссом-то я нихуя ж не сделаю, понимаешь? Зет, гоблин тебе идет. Блядь, так пиздец какой-то. Ой, блядь, я в шоке просто. Блин, если бы тот не тот чел, я бы, ну, типа, на панике, наверное, бы не ломанулся. Типа, было бы больше шансов. Но видишь, в чем на стриме? А, пиши, в общем, в комментариях на ютапчике, что думаешь по поводу этой игрушки. Там, нормально ли мы играли или нет. Если у тебя есть, может быть, какие-то советы, рекомендации, что нужно, как нужно и каким персонажем лучше играть, обязательно напиши, мне важно знать твое мнение. И не забудь обязательно прожать лайк и подписывайся на канал. С тобой был Шведомет.